Начнем выпуск с данных по ситуации с коронавирусом. Так, по информации регионального оперативного штаба, в Дагестане за сутки зафиксировано 157 новых случаев заражения COVID-19. Теперь в регионе без малого 67,5 тысяч заболевших. К сожалению, 11 пациентов спасти от коварного вируса не удалось, а вот без малого 100 человек благодаря усилиям медиков смогли победить болезнь. Все больше в Дагестане людей, которые принимают решение сделать прививку, таких на сегодняшний день 875 614. Региональный Минздрав призывает население соблюдать все санитарные меры и, конечно, пройти иммунизацию от коронавируса, чтобы защитить себя и своих близких.